всех приглашенных обойди по списку. Скажи гостям, чье имя здесь стоит, что вход для них широко к нам открыт. Пойдемте, граф. Пойди по списку, пойди по списку. Да кто поймет твой список? А может тут написано, что дело сапожника аршин, а дело портного колодка. Пойди по списку. А может тут написано, что рыбу ловят кистью, а крыши красят неводами? Скажи гостям, что имя здесь стоит? А ты сам скажи мне, что здесь стоит имя! Для этого нужны, которые умеющие... О, Господи! А, вот и они, легки на помине. Молчи, мой друг. Огонь огнем встречает беду бедой, и хворью лечит хворь. Кружением вспять кружение прекращают, и ты с бедой точно так же спорь. Схватить старайся новую заразу, прежней не вспомнится ни разу. Хорош при этом также подорожник. При чем, дружок? При переломе ног. Да ты не спятил? Нет, я не спятил, но на цепи, как спятивший с ума, замученный смиритель на рубашке! Здорово, сэр. Ну, мастер ли читать? О да, свой жребий по складам несчастий. Спасибо за откровенность, но нам нужно, которое пописано. Куда? Я пошутил. Дай прочту. Позвать сеньора Мартина, супруга дочерьми, графа Ансельма с его прекрасными сестрами, вдовствующей госпожу Витрувио, сеньора Плаченца с его милыми, милыми племянницами, Меркуцио с его братом Валентином. Так, дядя Капулетти с женой дочерьми, прелестную племянницу Розалину. Ливию, а? Ливию. Да, Ливию, сеньора Валенца с его братом Тибальтом, Лючи, его резвушку и Лену. Прекрасный выбор, куда их ждут? Вам в тот конец. Куда? К нам в дом на ужин. Чей дом? Хозяйский дом. Об этом всем я должен был спросить тебя сначала! Знаете, а я вам сам все скажу. Мой хозяин, богачка полиции, может, слыхает. Так вот, если вы не родня Монтеки, то можете пожаловать вечером к нам на чарочку.